Всем привет! Добро пожаловать на канал ВТНТ. Сейчас мировую общественность встревожил вирус из Китая. Этим вирусом уже заразилось более 600 человек и более 17 человек умерло. Я не буду подробно вникать, что это за вирус, но благодаря современной медицине уже удалось много чего узнать об этом вирусе. Основная моя тема заключается в том, что безопасно ли заказывать посылки из Китая, например, с AliExpress или других китайских интернет-магазинов. Потому что буквально недавно я заказал несколько посылок из Китая, плюс ко всему моя жена заказала 5 посылок из Китая. И ты такой, блин, а оно же может как-то передаться. Человек, который зараженный, может положить в упаковку товар, и потом я его получу и заражусь. И этот вопрос меня действительно взволновал, и об этом я даже написал сегодня с утра в своем твиттере. А ближе к вечеру звонит мне мама и говорит, что «Вова, ты когда будешь там посылки получать с Китая, обязательно их продезинфицируй, ну хотя бы прокварцуй». И тут моя обеспокоенность достигла стадии того, что я начал более подробно это читать и изучать. И сейчас уже есть официальный ответ от почты Китая о том, что все свои посылки они 2 раза будут дезинфицировать. То есть вообще раньше дезинфицировали посылки, когда посылка выходит из Китая, то происходила дезинфекция, то сейчас это будут делать 2 раза повторно. Российское представительство AliExpress также прокомментировало этот момент, и они сказали о том, что нет пока что никаких доказательств того, что упаковки или их содержимое несут какие-либо риски. Мы внимательно следим за ситуацией и находимся в взаимодействии с органами власти России и Китайской Народной Республики. То есть, другими словами, что власти Китая предпринимают все возможные усилия для того, чтобы этот вирус не распространялся. Ну и если вдруг такое произойдет, что после того, как вы получили посылку, вы почувствовали какую-то слабость в организме или почувствовали, как будто вы заболели, то возможно есть смысл обратиться к доктору для того, чтобы пройти определенное обследование. Также ученые уже полностью расшифровали геном этого вируса и уже предпринимаются необходимые действия для того, чтобы создать необходимую вакцину. Но и методы лечения уже тоже известны. Поэтому, подводя итог, могу сказать, что посылки из Китая заказывать можно, но осторожно. Будьте внимательны, следите за ситуацией, если вы человек, который постоянно покупает какие-то товары в Китае. Ну и в целом в нашем мире так много различных вирусов, поэтому заботьтесь о вашем здоровье, повышайте иммунитет, дышите свежим воздухом, старайтесь кушать более полезную пищу, и все у вас будет хорошо. На этом я буду заканчивать свое видео. Если что, я, возможно, повторно сниму ролик, когда ситуация более конкретно разъяснится. Всем пока, до скорых встреч в новых видео!